общем, ребят, сегодня я не придумал идею для видео, поэтому мне резко захотелось поотвечать на ваши вопросы. Всем привет, guys! С вами... Я когда-нибудь перестану смешивать английские слова с русскими? Меня это бесит, мне это надоело. Лайк. Блин, извините, ребят, но это у меня уже привычки, я просто не могу стоп делать это, you know? А, нет! Ладно, забудем про эти худшие 30 секунд в моей жизни. Ну и вашей. На самом деле 27 секунд, а не 30. Хотя пока я это говорю, это уже 30, а то и больше 30. Я не знаю, зачем я трачу ваше время на это говно, но тем не менее. В общем-то, я, как обычно, попросил вас задавать вопросы мне в Твиттере. Посмотрим, будут ли на этот раз вопросы, над которыми я могу не смешно пошутить. О, самый популярный вопрос на данный момент. Есть примерная дата выхода короткометражки. Те, кому это интересно, дождутся конца видео и узнают ответ на этот вопрос там. Ты бы хотел попасть на битву экстрасенсов? Если бы даже я каким-то образом случайно попал на эту программу, то все, что я бы там делал, это плохо играл на камеру. Стоп, погодите. Ну или делал что-то типа такого. Лен, что происходит? Убери! Убери камеру! Хотя это одно и то же. Что бы ты вел первое в Google, если бы понял, что проспал всю свою жизнь? Какой по счету новый iPhone? Что нужно пить, чтобы в 19 выглядеть на 9? А что ты меня спрашиваешь? Я же выгляжу на 6. Как стать фотогеничным, как ты? И да, ты классно получаешься, даже не спорь. Надеюсь, что в этот раз будет нормальный вопрос-ответ, и ты не будешь шутить над каждым вопросом. Дело вот в чем. Когда я пытаюсь развернуто и интересно ответить на какой-нибудь вопрос, мне кажется, это никому, блин, нахрен не сдалось. Но я постараюсь. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы в этом вопрос-ответе было как можно меньше тупых ответов на вопросы. Если пойдешь в качалку, будешь делиться результатами работы? Зачем мне нужна качалка, когда я и так... владею навыком видеомонтажа. Что по комментариям под видео? YouTube мне до сих пор их не открывает, и меня это очень удручает, потому что для меня очень важна взаимосвязь со своей аудиторией. Ну и плюс, я не могу теперь читать свои хейтерские комментарии, плакать в подушку по ночам, лайк. Я не могу этого делать, you know? Имеем то, что имеем. Может, коллапс BTS? Что такое BTS? Это как СТС, да, канал? Моя худшая шутка за всю историю канала. Когда планируешь уходить с YouTube? А вы что ждете? С одной стороны, иногда я задумываюсь о том, что насколько это, блин, пипец как сложно, и насколько мне это, блин, пипец как надоело, и насколько, блин, у меня от этого, блин, сраная, блин, депрессия, блин. Так вот. Но с другой стороны, это просто чудесно. Ну а на самом деле, YouTube в моем сердце еще с 2012 года, поэтому я не собираюсь. По крайней мере, в ближайшее время уходить с него. Снятие роликов до сих пор приносит мне удовольствие. Я люблю выкладывать ролики и взаимодействовать с вами, ребята, в комментариях, если мне этот сраный YouTube не разблокирует комментарии на этом видео. Очень тяжело ли тебе было во время работы над короткометражкой? Было довольно-таки тяжело. Многие, наверное, даже не знают, что я снимаю свою короткометражку. Те, кто не знает, обязательно после этого видео загляните на мой канал и посмотрите трейлер к этой короткометражке. Yeah. Мы жили за городом чуть больше недели или неделю, не помню. И когда я говорю «за городом», я имею в виду «за городом». В плане того, что ближайший магазин от нашей хижины находился в 10 километрах, и больше там не было ничего. Ну и если добавить еще тот факт, что мы спали по 4-5 часов, и потом целыми днями снимали, было довольно-таки непросто. Я иногда задаюсь вопросом, тебе 7 или 92? Согласен, я не знаю, как я умещаю в своем лице черты 7-летнего ребенка и 92-летнего старика. Наверное, это мой талант. Были ли моменты, когда ты испытывал сильный страх и тревогу? Всегда. Хочешь себе красивую бороду? Да, было бы неплохо, но мне бы для начала лицо повзрослее, потому что если навесить бороду на лицо, которое у меня в данный момент, это будет выглядеть стрёмно. Очень стрёмно. Что может вызвать у тебя зависть, когда другу в чизбургер положили больше соуса? И, наконец-таки, финальный вопрос. Когда выйдет мой короткометражный фильм «Последняя кнопка»? I don't fucking know. Мы отсняли 95%. Завтра я еду снимать остальные 5%. Монтаж уже начался. И я надеюсь, что... Какое сегодня число? 1 мая, твою мать, с праздником. Я надеюсь, что к концу мая этот фильм уже выйдет на моем канале. Но ничего не обещаю.
Буду рвать жопу, постараюсь. Но в то же время не обещаю. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Собственно, на этом все. Надеюсь, вам понравился этот вопрос-ответ. О господи, это, наверное, был самый худший вопрос-ответ, который выходил у меня на канале. Когда я его снимал, мне казалось, что я наболтал там на часов 5. Но в итоге, когда я нарезал весь материал, получилось 5 минут. Извините, ребят. Надеюсь, следующее видео не будет таким коротким и убогим. Но не гарантирую. Ну а на этом все. С вами был, как всегда, я, Брайан. До скорой встречи. Пока!